Проект «Средневековая среда. Путешествие в каменный век», состоявшийся накануне в археологическом музее Берестья, собрал немало учащихся учебных заведений Бреста. Мероприятие проходило в форме познавательной лекции в целях популяризации белорусской архитектуры. В ходе занятия ребята не только познакомились с теорией, но и имели возможность вживую наблюдать, как в руках опытных археологов буквально за несколько минут обычные камни могут превратиться в нечто изящное и удивительное, похожее на готовый подарочный сувенир. Принято считать, что археология, она просто ищет вещи. На самом деле не так. Археология ищет информацию, а вещи просто помогают вот эту информацию как бы доставать из земли и вообще из предметов. Как из обычного стеклянного донышка можно сделать эксклюзивную фигурку? Что такое кремень и как правильно его обработать? Способы его добычи? Как жили люди в эпоху каменного века? Какие инструменты использовали в работе? Благодаря экскурсии в каменный век ребята нашли ответы на все интересующие вопросы. Я пришел сюда, потому что здесь начинается вся история начинания Бреста, как здесь жили древние люди, как они здесь выращивали, и чтобы понять историю, как отличалось, что современное и прошлое, и здесь очень все познавательно. Есть такое выражение: кто не знает прошлого, не будет в будущем жить. Поэтому вот знание истории, древней истории, откуда мы пошли, это, конечно, важно для молодежи. Поэтому мы стараемся пропагандировать наше прошлое, тем более наш музей, он и нацелен на это. У нас имеется то, что нигде не можно увидеть в других музеях. Это подлинные строения наши берестейские. И та история древняя здесь хорошо очень представлена. У гостей мастер-класса была возможность самостоятельно попробовать смастерить уникальный сувенир из каменного века своими руками. Также посетители поучаствовали в викторине, во время которой пришлось постараться ответить на нелегкие вопросы. Победители ожидали призы.